смотрит нас на сайте bff.by. Сегодня в матче, что они могут претендовать на высокие места. Минскому Торпедо. Справа четвертый номер Андрей Васильев. В центре два защитника. Евгений Морозов. Павел Клиньо. Сегодня его дебют в качестве основного нападающего. Защитника Секундубиа номер 10 вместе с Кананом Ауе номером 1 заменял его в качестве капитана. Пробегает он и Цыганков бьет поворотом, но Панкратов такой легкий удар легко принимает на правую бровку. Хорошая передача на Мурата Хотова, удар поворотом, но недалеко проходит мяч от ворот. Очень опасный момент, и здесь, конечно же, можно предъявить небольшие претензии вратарю команды Торпедо. Мяч на чужую половину. Снова цепляются торпедовцы. Неплохо, кстати, играли они против Витебска. Подача. Штрафной удар поворота. Мимо проходит мяч. А ведь жалко. Хорошая передача получилась у Артема Сокола. Голевой передачи. И это большая проблема для схемы, в которой играет команда. Именно от крайних латералей, крайних защитников многое зависит. Превосходит по силам Минская Торпедо. Скажем даже наоборот, что именно автозаводцы владеют инициативой, владеют мячом. Хотя до таких серьезных моментов, может быть, за исключением одного, дело не доходило. Удар поворотом. И Евгений Шикавка забивает восьмой мяч в этом сезоне. Так вот просто ошибается Константин Рудинок, и Евгений головой переправляет мяч в створ ворот автозаводцев. Давайте смотреть с вами. Ничего опасного не могло быть. Кажется, Мурат Хотов выделял эту передачу. Евгений выше всех выпрыгивает. И да, Константин Рудинок не дотягивается до этого не самого сложного по скорости автозаводцам. И Роман Гаев, вот так вот разводя руки в сторону, говорит ребятам, что нужно открываться. Хорошая передача. Выходит один в один Сергей Русак, но попадает в Бориса Торпедо. Даже на повторе не было видно, кто же отдавал эту передачу на Сергея Русака. Но открывание тоже было прекрасным. Его первым касанием пытался переправить в дальний угол полузащитник автозаводцев. Но Борис Панкратов, опытный Борис Панкратов, здесь был, конечно, куда лучше, чем полузащитник. Евгений Жикавка бьет поворотом. Рудинок снова не действует уверенно. Отбивает перед собой. Под номером 9, я напомню, 8-й гол забил Евгений. Уже оказывается на самых верхних строчках бомбардиров. Снова Сергей Лынько действует здорово на этот раз. Прошел на скорости Евгений Шикавка, отдает передачу на Канана. И вот такая вот передача. Евгений Шикавка, удар поворотом, но блокирует удар Евгений Морозов. Кибук первый на подборе. Удар поворотом. Константин Рудинок. Очень высоко поднимается Кривулькин. Не исключено, что поменял схему все же Кабельский. Потому как вырисовывается линия из четырех защитников. Артем Сокол слева, справа Васильев. Делает передачу Артем в штрафную. Я уже говорил в первом тайме о том, что действует Роман на уколах. Действует с небольшим повреждением. Хорошая передача. Может получиться атака у торпедовцев. Сразу три футболиста в штрафной. Но передача от Кривулькина вместе с Николичем всегда закрывает створ ворот. Удар от Цыганкова. Хороший по силе, но Кибук подает. Но на этот раз Канан промахивается. Извиняюсь за то, что сказал, что 20. Яскевич. Первое такое полезное его движение. Идет он с мячом. Кибук. Забегает за него Тимошенко. Делает Кибук передачу. Васильев неуверенно действует. И что же помешало в этом моменте Секундубиа? И очень просто Слуцк получил мяч к себе назад. Евгений Шикавка действует против Романа Гаева. Снова очень опасный момент был у ворот Торпедо. Артем Сокол будет бить, бьет поворотом, но Борис Панкратов уверенно действует, хотя мяч пришелся прямо по центру. Брать паузу. Команда скоро появится на поле. 12 номер уже практически готов появиться. Это замена больше технического характера. Русак. Играет на Филановича. Филанович прекрасную передачу выделяет на Клиньо, но тот бьет выше и хватается за голову. Хорошая передача была